Власти Ингушетии, похоже, начали активное продвижение республики в социальных сетях. Глава региона Юнусбек Евкуров сегодня выложил в своем инстаграме промо-ролик Джейрахско-Осинского заповедника и привез в Москву, в Госдуму, выставку, посвященную Ингушетии. А сразу следом в инстаграме Евкурова вот это фото. Встреча с главой администрации президента Антоном Вайна. В свете последних новостей о губернаторах нам показалось это очень интересным. И мы пригласили Юнусбека Евкурова к нам в студию. Здравствуйте, Юнусбек Баматгереевич. Спасибо, что вы к нам приехали. Здравствуйте. Рассказывайте, о чем вы с Антоном Вайна беседовали, о продвижении республики, наверное, не только о туризме. Нет, у нас с Антоном Эдуардовичем была плановая встреча, и это не связано совершенно ни с последними новостями никак. Да, никак не связано. Это плановая встреча, в том числе и по поддержке ряда проектов, которые мы планируем провести в Республике Ингушетия. Поэтому это плановая встреча. А выставка, которую вы привезли в Государственную Думу, я понимаю, что она такая праздничная, к 25-летию республики, которую в этом году Ингушетия празднует. Но я слежу за активностью и смотрю, что, конечно, туристическую отрасль вы продвигаете все активнее и активнее. Но мы для себя посмотрели, есть, так понимаем, как мы говорим сейчас, Инстаграм там или Фейсбук или другие соцсети, где мы могли бы, не привязываясь к каким-то причинам, к каким-то поводам, просто выкладывать вот эту красоту. Поэтому те люди, которые мои помощники этим занимаются, они это все выкладывают, в том числе и национальную музыку, и вот эту красоту для того, чтобы, ну, полезность с приятным совместить. И людям это интересно. Людям интересно, просмотров, да, очень много. Но все-таки, возвращаясь к политической повестке, от которой уйти мы далеко не можем. Смена губернаторов, с намека о которой я начал разговор, в последние дни прямо череда замен губернаторов. Что вы об этом думаете? Какие разговоры в губернаторском корпусе? Ну, я думаю, что по этому поводу не надо вообще думать. Решение принимает руководство страны, и есть плановые замены, есть люди, которых сроки истекают, и есть люди, которые там сами по себе просто, может, и устали, если хотят уйти там уже на вольные хлеба, как говорят. Поэтому здесь я особо не заморачиваюсь и не думаю об этом. Уверен, что придет и когда-то и мое время, поэтому здесь быть готовым или не быть готовым не надо. Надо просто принимать это как должное и заниматься уже другим делом. Просто работать здесь сейчас. Я так понимаю, основная концепция этих изменений – это замена губернаторов на более молодых. Это, понятно, какое-то обновление чисто поколенческое. Имевших большой федеральный, в том числе, опыт. Как вам кажется, федеральный опыт на региональном уровне – это скорее плюс или это, наоборот, может помешать? Но это встречное движение. Все-таки, когда с оригинальным опытом выходит на федеральный уровень, это тоже такой колоссальный опыт, колоссальный плюс для развития регионов. И, конечно, с федерального опыта тоже, когда люди спускаются уже на оригинальный, это тоже опыт. Поэтому здесь я бы не сказал, что где больше плюсов, где меньше минусов. Самое главное, тех губернаторов, которых я знаю, будучи еще исполняющими обязанности, но они более чем мотивированы, и сегодня они утвердились в должностях. Они прошли достойный выбор, и мы смотрим по результатам, потому что и явки, и голосам. Это такая хорошая предвыборная, в том числе, работа. Я уверен, что они темпы не сбавят уже после выборов, после того, как уже стали не без ИО губернаторами. И вот эти их работы до сих пор это оправдывало, и дальше это еще больше укрепит уверенность там руководства страны, что молодые, они не говорят о том, что они неопытные. Я хотел бы вас еще спросить о региональной теме, перед тем, как мы перейдем к одной такой очень сложной, я бы сказал, трагической истории, ну, трагической точно, но сначала о региональном. Не так давно была озвучена концепция реструктуризации региональных долгов. Владимир Путин о ней говорил, о том, что регионы получат возможность в рассрочку выплатить долги. В общем, вся система меняется. Что вы об этом думаете? Я вот только что еду сюда с Минфина. Мы более часа там спорили, доказывали, обсуждали. Да, это хорошо, это такой хороший подарок для регионов, но, тем не менее, это, конечно, не спасает от тех проблем, которые есть в регионах. Мы находим, тем не менее, здесь понимание и у трехсторонней комиссии, и у непосредственно Министерства финансов Российской Федерации. Ну, это такая текущая и каждодневная работа.
Наверное, без таких проблем она не останется. Поможет эта программа расчистить региональные финансы от огромных долгов? Ведь у некоторых выплаты по долгам больше, чем просто региональный бюджет. Да, поможет. Это и нашей республике, и другим. По крайней мере, вот позавчера на уровне Дмитрия Николаевича Казака было такое очень хорошее совещание по региональному развитию. И там как раз и Дмитрий Николаевич, и Антон Германович говорили именно про эти вещи. И все губернаторы, как один, в том числе губернаторы уже с именем, как один, благодарили именно вот за такой подарок от Верховного, ну, от президента страны, именно за такой подарок регионам. Поэтому я уверен, что это поможет. И о тяжелой теме, о которой я говорил, о Валерии Осапове, генерале, который погиб в Сирии под Дейр-эз-Зором, и сегодня были похороны. И вы ведь с Валерием Григорьевичем были лично знакомы. Да. Ну, знаете, вот я смотрю на него, это человек, ну, такой большой души был человек. Ну, во-первых, преданное дело. Ну, настоящий фанат и ВДВ, и вооруженных сил. Ну, и самое главное, что он не знал отдыха, он не знал каких-то таких... Он везде был в работе, везде было движение. Мы его таким и запомнили. Преданное дело. А вы как познакомились? Мы давно, ну, ВДВ, как бывает. Я помню, когда он уже в академии учился в Фрунзе, когда мы с ним общались, и по одной из должностей, я уже тогда был начальником разведки дивизии, и мы с ним беседовали о том, что не пойдет ли он в Ивановскую дивизию, да, так мы ее называли, 98-ю дивизию. И до этого мы были знакомы, а там еще и плотно. Но дальше уже по службе всегда где-то пересекались. Поэтому, конечно, Валера был он предан делу, и он огромную помощь оказал и сирийской армии в обучении, в подготовке, в управлении, ну, какие-то и в советах, да, в определенных. Ну, и он был настоящий отец солдату, настоящий командир. Ну, и то, как сейчас о нем отзываются, в том числе в Приморье, где он служил долгое время, это, конечно, ну, доказывает. Ну, знаете, обычно говорят, а вот человек погиб, и сразу говорят хорошие слова. Ну, это уже не про Валеру, конечно. Это был настоящий генерал, и вечная ему память. И мы всегда гордимся такими людьми и будем гордиться. И пока есть такие люди, наша страна, наши вооруженные силы всегда будет на высоте. Да, действительно, вечная память. Спасибо вам большое, что пришли к нам сегодня в студию. Глава Ингушетии Юнусбек Евкуров был гостем нашей студии.